Прикольно. С чем это связано? Ну, блядь, криворукие за 50 траев не успели убить, блядь, докумекать. А на новом когда что появится? Ну да. Просто попытки отнимаются по две какого-то хуя. Эй, дай столик. Какой-нибудь пояс пусть найти. Зачем я поехал? Пошла войска. Да пойти нахуй. Более быструю, ты чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Расстояние он показывает, да, Войт? Вот этот финал. Может, ждайте. Кук. Угу. Забирайте. Паушка вроде, да? У меня показывается все равно МДК, блять. Забери шаг. Иди сюда. Ловушку вмели. Как бы чума ловушка. Брюли, догоняй маленько. Ловушка в РДД. Шарк. Она еще что-то забирает. Ловушка РТД. Свеч уже переведется. Чему? Чему? Выносить. Че, давай до второго шаркуля. Давай не зыбку докладывай. Суравник, уйди из-под меня. Ну, убегай там как-нибудь, поэтому я на край ухожу. Мне сейчас надо будет чуму диспелить. Диспелить. Лову заберешь? А? Да, забираю. Дух иди. Диспелить вот тут ебаное сало. Дух.
Чума. Диспельте сау. Ой, чума откуда-то появилась. Блядь. Вынеси ее, братан. Давай, я выхожу. Фукмастер, отойди. Рарник. Фукмастер. Все, диспельс, фукмастер. Уёбки, блядь. Рарник рядом, блядь. Давай, переходите к чуму здесь пальцем. Вас давай. Просто Ильич сейчас шотнет, вот и все. Вот бегите, блядь. Вот, сейчас хукмастера типа. Все, сняли. Я дал ШВ. Прохиливаемся. Пиздец был нахуй. Вот чума сука появилась на мобах. Да, на трэше было. А тебе горел увезти надо было. Бомжи, сука. Вот там 37 стаков, блядь. Вот смотри, вот элементарно, вот вы стоите, вот Рарник, включи эту. Ты же ретрик сейчас, включи повиновение. Да. Включи повиновение. И хуярь вот три вурдалака, чтобы висели на тебе, блядь. Ты с личом, и пускай они на тебе висят. Ты с футмастером иди с ними. А откуда они тогда на нем? А, вы это вместе пересеклись. Так этот, ты, когда вы переводите лича, милики с личом, перебегайте к РДД. А танк оф танк, он пускай с одной стороны будет. Сейчас было так, мы слева и справа были от танка. И поэтому урдалаки нахуй словили чуму. Шаркающий сдох, и чума перекинулась на урдалака, блять. Чума перекинулась на меня, ее диспелили с меня. Ну, и урдалак. Это была вторая чума в рейде. Рядом со мной не было вурдалака, вроде с причем. Блять, аля, извиняюсь. Я что-то думал, что одна валька. Тут одна валька. Не, вроде две. Одна. Чё там абсорб, блин, кони, есть абсорб у кого-то? Больше шамана нет. 880 тысяч. Не, две вальки летают. Ну а хил с абсорб. А, это там провал. Хил с абсорбом больше шаман. У тебя 6,5 тысяч хпс, у него 4,5. Да, я раскладываю. Ставьте рыбу, если есть. Мистер, ты где? Да, вот бегу. Ой, это на карте вот эти 1, 2, 3. Это что за дом показывать? 1, 2, 3, хуй знает. Ну, карту открою, сейчас ямку просто. Ты нажал. Вот, 1, 2, вот это рейд. Ну, кто в первой пачке, кто в второй. Ну, это я не знаю. Это кто такое радио? Такое? Без понятия вообще. Сразу видно. Может какой-то на карте. Да, это первая, вторая пати. Спасибо. Чем мне десятка нравится, вот, кроме всего прочего, блять, что тут не лагает, нахуй. Одного танка не пробовали. Блять, два-то не получается, но ты бежишь, блять, одного. До одного надо супер скиллованными быть. Там что, один шарк, да? Шарк еще тоже бьют, да? До одного. Ну, там просто переводят за два шаркающих, за оба шаркающих висят на танки, и надо в ретрику кому-нибудь стану давать, ну, когда они в берсу входят. Мне вчера ДБМ показывал, сука, все, блядь, сегодня нахуй даже берсу не показывает, нахуй ебаный шарк арена.
Драй, нахуй, как, блядь, котенок слепой, нихуя не вижу, блядь. Ловушка в РДД. Отлично, да. Ловушка. Ловушка, смотрите, в мели... А, в РДД ловушка. ДС-а не вышел. Почему я? Давайте, блядь, повнимательнее. Бля! Ловушка в РДД. А чё у нас король лич побежал нахуй куда-то? Я агро сорвал. Давай БР пораженка вдихаем. Не-не-не надо. Не надо? Догоняй. Ну а как мы бить-то будем нахуй? Ну... Это херня да. Полная, это не надо так. Не, это падать там. Надо, на. Я тебе говорю сразу, Биг Дэм, нахуй, заходи на ДК танчи, нахуй, Рарника, нахуй, на Шаркарей, нахуй, и Хукмастер пускай бегает, бьет, блядь. Да-да-да, так проще. Иначе мы задрочимся здесь, нахуй. У него в танке еще не столько опыта, чтобы ему танчить эту хуйню эту ответственную. Был бы у тебя ДС, я бы зашел потанчил, блядь. Так что, блядь, сразу. Чего ты там? Меня наводишь. Народ, а кто понимает так хорошо в настройках ДБМа? На что ты хочешь? Блин, мне вот, блядь, как установил, вот играю нам на ДК, там, на X2 на варе играл, вот все хорошо. На локе играю, вот где дебафы, вот, допустим, чума. У меня вот, короче, сука, закрывает ДБМ от дебафы. Там вот этими, там, когда хочешь там... переместить допустим, именно где они? Ну да, чуть-чуть ниже их просто. А там можно настройка, зайди, посмотри, и все вот эти ползунки можно менять по всему экрану, расставлять, как тебе удобно. Я настроил так, что я вижу, когда откаты у пацанов, что они заюзали, кто на кого заюзал. Не, ну мне там, ну как там, людей там, скиллы мне это не надо, я не РЛ, оно мне... Как-то... Это полезно, знаешь. А вот, допустим, вот, чтоб там вот, там вот чума, там, или еще что-то такое, меня вот дебафы закрывают, и я не вижу. Ну, ты, я тебе говорю, есть настройка там, это, да не вот... рейдовые, а именно твои, там... Как тебе, отладка, что ли, включаешь ее, там все показывается, ты просто перемещаешь. Открываешь хуйню ДБМ. Открываешь окно это, блядь, и нажимаешь вот настройки, блядь, и там ищешь, прям по каждой перебирай и ищи. На, это, найдешь строчку, где будет это, красным написано, значит, вот оповещение, нахуй. Нашел, красным строчка написано, и тут есть в окне, блядь, передвинь меня, красная кнопка, блядь, вот найди такую хуйню. Вот поищи, поперебирай, туда-сюда, там, блядь, если не подходит, другую понажимай. Настройка индикатора «Передвинь меня». Нажимай «Передвинь меня», должна появиться хуйня, где перетаскивать, нахуй. Можешь, кстати, отключать ненужную, ну, мусорную инфу, которая тебе не нужна. Там, все там в настройках, вот как раз вот и хуйня, как раз вот сказал. Ребята, вот у меня вопрос такой, я вот сейчас в Аркану спекнулся и в манекен, короче, у меня 23 тонна маны, я в манекен, короче, выдал 2 миллиона, нанесенного урона, и ДПС у меня 11 тысяч стало, это нормально? Да. До миллиона бахает, то есть миллион. Ну, все, спекайся в Аркана, теперь в Аркане будешь больше давать. А то, блядь, в этой хуйне, в которой ты играл, ну, они же меняют эти сет-бонусы постоянно, так что спекайся в Аркана. Они пидоры, блядь, нахуй, только по-другому называют. Они сеты и классовые бонусы меняют, и вот из-за этого чехарда идет, и хуй понимаешь, какой. За какой класс играть и какой сейчас актуальный шмот перебираешь. Вот они чарки переделали, ты говоришь, ну пиздец, заново все надо, и все крутить надо было. Где Хукмастер, блядь? Билд меняет.
Ритон. Ладно, удачи вам, я спать пошел. Давай. Гильдо кинул Холкмастер. А, я не тот тебя кинул. Ну он Холика же делал. Да. Сейчас кину. Блять, такая ебала, я тут долго сидеть не хочу, блять. У нас 4 попытки осталось, если они действительно так работают. Через 4 попытки мы все дружно отсюда пойдем нахуй. До следующего КД. Ебать, вы его траили, блядь. Да мы не сделали, блядь, столько. У меня вот написано. Сколько? Да мы уже убили вчера там 2%. Мы не делали 50 траев, нихуя. Мы вообще, ну мы на Синдре там сделали сколько, наверное, траев. 6 у нас. Но самая обида, знаешь, в чем? В том, что танков хилов нет нормальных. Ну, в смысле, хилы. А? Давакин вчера упал и пиздец. Ну, Давакин подвел маленько, блядь. Это потому, что у хантов нету сейва никакого, блядь, потому что бесполезный класс. На туре, блядь. Кукмастер, ну что там так долго, ну? Зато на этом на PvP хантом висит. PvP хантом висит, ханты, блядь. Всегда нахуй в PvP, блядь, сломан. Это единственное, где они, блядь, все заебись. А сейчас. Спасибо, кстати, пацаны, блин. А то так мешало постоянно. Там, кстати, можешь настроить, я говорю, дальше обилки, например, каждого босса, вот, допустим, да, ты можешь настраивать. Там некоторые, например, дает радар, да, я, например, на некоторых ставлю, отключаю радар, и так как он его иногда вырубает, багает, я сам вручником его включаю, но мне всегда радар показывается, чтобы без вот этой дрочки, чтобы он может забагаться и пропадать. Запускай себе. Всегда туда. Радиус, вот типа босса такого. Сука. Ну, бля, лидер отдачу. Можешь там это крик поставить, то что на нужный сигнал определенный. То есть можно его допиливать под себя. Вот стандартный, в принципе, хорошо работает, отлично. Может каких-то боссов как раз подделывать. Все, сосредоточиваемся, блядь. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Это и, блядь. Сирусяне как они. Пидоры, блядь. Про товары бы сделали. Я хочу про товары с двумя щитами, чтобы было, блядь. А может и тут, а еще чуть-чуть правее стать вообще, чтоб вот тут. Какая в жопу разница, блядь. Что правее улетите, что левее улетите. Вы как раз доходите до края и переходите на вторую фазу. Ну, то есть вам это хватает. Потом там рокировку сделайте в конце, нахуй, не забудьте, с Рардиком. Да, да. Чтоб он не был посередине, блядь. Зараженный. Давайте, хуярьте, Кукмастер, дамаж, блядь. Что-то забыл выставить, нахуй, на панель, похуй. Да. Пидораска, блядь, сломали мне ДБМ, я хуй знает, что с ним случилось, он, блядь, всегда показывает, что ловушка на мне. Мне, кстати, старый еще ДБМ, его не обновлял до самого. Вчера нормально работал, блядь. Опять в РДД кинул, опять показывает, что он на мне. Или че надо подвести? Торможу. Так, мастер, что своим уроном, блядь? Где ДПС? Ты что, забыл танка шмот снять, что ли? Вроде докинул опять.
Ну дайте вынести-то, блядь. ТД опять, блядь. Что, на мобе на каком-то, на вурдалаке, чума, проверьте. Я не видел, что там отбегали, блядь. С ловушком, блядь. А чё вы так близко друг с другом, нахуй? В РДД ловушка. Сэй, заберите мобов. Не, это хуйня, у нас типа, у нас ДД один не дамажит, блядь, типа я не знаю, что с ним не то, блядь. Типа нет урона, просто ноль на. Пиздец. Ложитесь, хули. Падаем на хуйня. 3000 ДПС, блядь, меньше танк. А может он в танкоспеке? Да я хуй знаю. Да, блядь, он в танкоспеке, блядь. Он в танкоспеке, он вообще в диссе? Хохмастер, ты тут? Его в DC, его в DC даже нету, блядь. Он в Брибек сидит. А, в DC. А чё он в танке тогда? Как мы проходить-то будем? Чё-то у вас какие-то банальные детские ошибки. Да это пизде, да не дед, нет, это не детские ошибки, это, блядь, хуета полная просто. Давайте, соберитесь, ну... Он чуть-чуть сложнее, чем обычно лечь. Чуть-чуть. Как сказал товарищ Элидан, вы не готовы, блядь. Ой, кстати, скоро он будет, надеюсь. Мне интересно, что Сирос из него сделает. Ебать, блядь, там, там, знаешь, там еще сложнее, чем на лече НК. Там пиздец будет. Блин, ну спасибо большое. Лям, мне теперь вообще еще проще все стало. Ну, а ради этих лыж будут пацаны потеть. Почему несправедливость? ШМ варом есть, а лыжи есть. Да упала в Волонир, блядь. Ну и все, нахуй. Упал ДЦ, шаман. Фантам сделают это. Кстати, рогом еще потом эти даггеры легендарные дали. Че-то, блядь, мильников любят. Там рейнджер есть же? Посок же есть, чувак. Ну да, но это кастомный посок. Я и стандартный говорю. Ну тогда и хантам, и кошакам тоже надо делать. Ханта вообще бедолаги, им считают. Ханта будет лук с в самом конце игры, скорее всего. А это, скорее всего, сам последний босс будет как раз этого всего Сироса. Не, почему? Да. А новый этот рисует, они же локацию. Какое? Это катовскую или пандариновскую? Не, у них своя новая локация. Вообще новая? Не понимаю. То есть база всегда будет Личевская, но новую они переходить не будут, я так понимаю. На базе Личевской будут лепить Горбатого со всех контентов. Это же Фильярд. Фильярд там новые инсты, новые рейды. О, ничего себе. Ой, блядь, сейчас каждый даст нахуй. Не нервничай, главное, блядь. Никто не нервничает. Лич уже пошел. Чуть-чуть держи подальше, вот из этого. Должен нервничать, Лич. Да, мне Войт сказал, да? Наоборот, поближе, я вот держу поближе. Поближе? Поближе к нам, не к танку, не ко в танку, а к нам. Чума не должна сказать. Сказал, он не дотягивается. Ну все тогда вот так. Я для него держу поближе. Чтобы он дотягивался. Ты рарник треугольник делай, ты треугольник, ну, делаешь. Хорошо. Короче, смотри, Хухмастер, когда начинают вылазить из земли вурдалаки, ты на них уже вешаешь свои доты через мор. И начинаешь их там, ну, их не надо бить точечно, ебашь реча, но на них должны висеть доты, чтобы они остались здесь с нами, а не пошли к РДДшникам. Короче, чем до их надамажить сильно, чтобы они к РДДшникам не пошли. До этого нужно повесить им доты. Так. Истерия, да. Ну, сейчас доты вешу. Ловушка где-то. У нас ловушка.
Ловушка в РДД полетела. Ловушка на нас, бля. Сука, ебаный трэш нахуй, бля. Хуёво доту вешаешь. Наверное. Ловушка на нас, бля. Вынесите. Или что, блять? Все, я доту повешал. Ловушка в РДД. Я прожался. Трэш на нас, заебись. Сейчас там чума будет. Это к нам обратно. Ловушка в РДД полетела. Так, я подхожу, перехожу. Во, кукмастер, это уже другое дело. Это, блядь, не 3000 ДПС, а, блядь. Я прям чувствую, как лично хуже. Просто, блядь, булки сжал. Так, я веду. Меня главное хейте. Хейте меня. Ловушка на мне. Так, не зыбку дал. Бегу, что есть мощи. В рейде нету чумы? В рейде нет чумы? Не-не-не, зыбка все нормально. Все, заебись. Всех вурдалаков проверь. На вурдалаков нету. Вроде. Не, нет. Как нету? Нету, была на вурдалаке. Типа, блять, ну не было, я посмотрел, не было. А ну, он умер и на другого перекинул. Ты, видимо, как раз в этой переходке потерял. Ну, он подбежал, к, то есть он нормально. Блять, вот как раз хоть здесь. Вот я не знаю, вот вам вот. Блять, вот как сделать, чтобы прям проще было, чтобы было понятно, что происходит, блять. Ну, во-первых, один милик почему-то не справляется. Это надо либо милика спекать, чтобы трэш висел на, не на РДД, блядь, хуярил, щиты снимал, блядь, а на миликах был. Еще тебе вурдалаков миллион нельзя забирать. Тебе надо находиться, вот пачки рарника и ширкаря, тебе надо находиться далеко от вурдалаков. Они между, когда бегут от лича и к РДД бегут, они, чума вот у тебя перекидывается не на твоего ширкаря, блядь, она перекидывается на них, нахуй. И тем самым ты ее теряешь, блядь. Чтобы этого не было, надо находиться дальше. Ну давай, давай по окружности тогда ходить, по совсем уебищной тактике. Вот по краю будет ходить лич, и мы будем сейчас перебегать просто по кругу. Ловушка, все перебежали. И этот шаркающего будет по краю водить этот самый рарник, блядь. Вот, пускай тогда, ну, тем самым у нас будут все вурдалаки, все будут и в мили-зоне сразу одновременно, и в РДД-зоне. То есть все мы вместе будем стоять. Да не, нормально так. Ну да, нормально. Знаете, типа, блядь, чума надо, проебалась, мы ее найти не можем. Это надо, ну, мгновенно замечать, что чума, блядь, проебалась. Это же пиздец. Типа, я думаю, я не должен ты хуйню занять. Я пока столько чекал, блядь, ебаную вурдалаков, на которых есть чума, блядь. У меня, нахуй, этого пидора сорвали, нахуй, он развернулся в рейд и дунул, блядь. Ну, типа, хуйней занимаюсь, блядь, чекаю чуму, блядь. Нахуй мне это надо вообще? Вас, блядь, там, нахуй, 9 ТДшников, блядь, вы не можете чуму прочекать, блядь, есть она на вурдалаке или нет. Там на хукмастера она кинулась, он не вынес ее, она ушла в этот, в этих. Ну вот хукмастеру, блядь, кричите нахуй, чтобы он выносил. Готовьтесь, что хукмастер слакает с чумой, значит, кричите ему каждый раз. Чума, хукмастер, беги, блядь. Рекурсив поставьте. Сколько у вас трое поставить? Там все видно будет. Один. Да, два. Ебать. Да, в декурсив. А два по два тратишь? Че? По два тратится? Я не знаю, как они тратятся, они когда как, блядь. Типа, сейчас по одному пришли. Ну, типа, мы здесь не вайпнулись столько, чтобы, блядь, здесь осталось два тратить. Хуйня какая-то. Ну, значит, на других боссах вайпались. Ну, тоже нахуй. На Синдре только, блядь, у нас было 6 вайпов. И все.
А как тогда он считает, что столько? Ну, я вайп... хуй пойми, блядь. Здесь, здесь мы вайпнулись. У меня на варе написано, мы здесь сделали 17 траев. И на ДКшнике. Вот сколько. Сейчас хорошо. Добавил, написал. У вас еще 2 трая. А, ну хотя, блядь, траи быстрые, блядь, они же летаешь. Не, я думаю, сделаю столько траев. Тут же люди, блядь, первый этот улетают. Рарник, просто. Забирай с РДД. Похуй, сколько там у тебя будет, похуй. Ну, типа, прожмется танк, значит, на переходке, если будет конденсатор чумы наличие. Или судьба, блядь. Вроде был зон. Нихуя ты его где заспавнил. Ну он сейчас подойдет, ничего страшного. Главное, что не с той стороны. Вроде дай зоне ловушку. Рарник. На рарнике ловушку. Далеко, подойди. Сейчас подожди, блять. У меня здесь нахуй ебаный трэш, блять. Чума, секунду. Ловушка в РДД. Хух-хух. Хук-мастер. Минус хук-мастер, нахуй. Блять, нахуй ты бежишь в ловушку, ты чё, блять? Нужно падать, я думаю. Да БР есть, БР нам. БР не тем. Ну попробуем. Ловушка в РДД. Мистери. На вурдалаке, вон на том, на который на нем. Хил, хил! Ебаная игра. Ну, зубку он дал в пизду, чтобы никто не умер. Меня игра выкинула. А, я понял. Я улетел, да. Круто. В лужу заходить. Давай последний раз выпанемся, я спать пойду. Пизду. Ты нахуй. Что там? Ну все, нету леща нахуй. Угу. Можем сказать, что убили нахуй. Скрин делай как раз. Только вот это надо затереть, блядь. А вон он появился. Ебать. Сука. Он опять новый 50 попыток дает. Не, одна у меня написано, одна осталась. А, эти ластры. Ну чё к чему нахуй, 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 я нужна спасусь попытка, чё за залуп вообще. Блять, хукмастер, ты повнимательней там смотри. Твоя задача, блядь, 1-2-3 и выносить чуму к шаркарям за спину и не побежать в ловушку. Вот ловушки черные такие на полу, и в них нельзя наступать. От них, блядь, за 5 метров надо. Мистер МПС, вы тоже быстрее выходите. Ну, вроде, блядь, все не глупые люди, блядь. Ну что за хуйню вы делаете? Я вообще не понимаю. Так они не были тут, нахуй. Ну, понимаешь, люди не играли тут. Ой. Блин, за столько траев-то можно научиться. Да ну, каждый раз разные люди, блядь. Какие траи? А, блядь. Я думал... Нас же, блядь, нету тех, кто постоянно приходит. Что за прогрузка тут долго? Капец, вот у тебя расходников, конечно, надо пристегнуть.
Чё ты сам на своем постели дамажишь, Вайт? Ай, блядь. Он у тебя охуенный. У меня чё, в гильдии 10 рейдов, блядь, чтобы я всеми дамажил, играл? У меня, блядь, одна 25-ка. Вторую вот надо как-то сообразить, собрать. Там, может, и подамажить. Мой тихий говорит танковая, тогда буду играть. Я танчу, нахуй, танчить никто не умеет, нихуя, блядь. Биг демо, вот возьми, заставь, он ШМ собирает скоро. 10 осколков и ШМ будет. Ну да, рарник, биг демо. Рарник уже ШМ, нахуй. Ну, и, то есть, пусть... Танком насобирали ШМ, да? В натуре, ну, блядь. Вот. Ну а хули, если выхода... Ну, если они играют нормально и так. С другой стороны, а кому его собирать? Дайте шкаф, суманем его, блядь. Шкаф ебаните. Блять, смотрите сами, вас тут никто за ручку водить не будет, нахуй. Я если в ДЦ релить буду, ну я нихуя не буду считывать просто. Я за хила, ну не это самое. Релить, блядь, каждый там, сколько он там, каждые 10 секунд, а каждые 15 секунд кидается лужа, по-моему. Каждые 30 чума, блядь. Все. Два тайминга. Причем вот, блядь... Неважно, даже что ДБМ пиздит, видно, нахуй, он прям вот так из руки такой шарик такой выпускает, он такой летит, такой еще медленнее, нахуй, чем дух на этой, блядь, на бабе. Там, короче, нажимаешь там правой кнопкой мышки, короче, у тебя будет снизу показывать только свои, в самом низу там будет показывать только свои. На всех этих дебафах, где у тебя настроены доты на том уровне. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Зубражину крест дайте, блядь. Он там просит, блядь. Пусть дамажит. Садится. Вот, да. Типа я кинул даже лужу, я кинул дот, блять, они один хуй убежали на РПДшников. Лапок мастер дота ему нахуй. Так, в РДД полетело. Не, нихуя еще похуй. Там с чумой смотрите, на ком чума. Чума через 5 секунд будет. Надо будет убегать. Чума на изображение. Этого на рарника полетела в ловушку. Не успел. В лужу только не зайдет. Нихуя вообще поебать. В РДД опять полетела в ловушку. Лучший сетап тут 50 на 50, да? Половина мили, какой на костре. Да. Так, в РДД ловушку. Эти процент. На нас, да? На нас, да. Нет, в РДД полетел. Пизжу. Давайте у него, блядь, 72%. Фугмастер сейчас, короче, сейчас на рарника летит. Сейчас, когда будем с тобой перебегать, бежим к рарнику, не подходи. Вот так вот отбегаем. Мне зип подал. Там на трэш. На трэше, да, там. Вот он, приспешник.
Вот на этом пидоре чума. Раз, два, три, прием. Я его сейчас здесь пять. А, вот Рарник забрал, все, красавчик. Духа, блядь, бейте нахуй. Второй появляется. Я не смогу двоих удержать. Ну эй, лежит так-то. А? Маг лежит. А. Бэра нет, да. Ладно. Бьем нас. Мы сможем. Рарник, забери второго лучше. Так, все, пойдем. Мои оба. На тебе, да, оба? Я пошел сейчас забирать. Все в центр идем. С духом тоже маленько там обводи, в центр его ближе веди. Сейчас уже валькиры появятся через 3 секунды. Все за спину босса вставайте. Ага, стан. Все. По вальке стан, по вальке стан. Замедлить, блядь, и стан, нахуй. Хули вы там, блядь. Так, духа надо добивать. Сейчас осквернение. Осквернение будет. Через 3 секунды разбежались. На Рарнике осквернение. А, у меня осквернение еще тайное. Пусть зал. Короче, не говори, Рарник, осквернение. У меня, короче, полностью ДБМ перестал нормально работать. Духа, добейте, блядь, Алена. Он долго будет бегать, блядь. У нас 40 секунд ДБР. Сейчас будут вальки, после валик сразу осквернение. Разошлись. Валька, разошлись, разбежались из центра, вышли. Ну, вальки стан. Вальки стан. По вальке дамажим все, больно. И бейте вальку. Нахуй не бейте, бейте, блять, вальку нахуй, их до 50% доводи. Вообще поебать. Я не доверяю этому порту вообще нихуя. Сначала лужу. Последняя попытка. Браться. Сейчас поднимай маг. Потом только на заражение не встань. Поднимай его. Вернение. Центр, центр. Центр пошли. За спину босса встали. Мага-то поднимай, прием. Мага поднимай, там Бэр уже откатился. По вальке стан. Вальке стан, блять, валька улетает от вас, блять. Сейчас осквернение, вышли все на край. Куда? Вперед. Куда ты прыгнул? Чего нахуй там? Или портал. Сейчас вальки будут. Все за спину босса встали, все за спину босса встали, блять, хуй там стоишь далеко так. И осквернение будет. Валька взяла, выбежали, осквернение. Стан дали по вальке из центра, выбежали, сейчас осквернение будет. Вернение, женец на мне. Вальку бейте. Замедляйте, замедляйте. Хорошо, дети. Все, выбейте ее, блядь. Еще дайте замедление ей какое-нибудь, блядь. Все, красава, пойдет. Сейчас осквернение будет, потом в центр. Разойдитесь. Осквернение, и как только появится, сразу в центр вальки будет. Все, быстрее в центр. Валька, блять, за осквернение. Ай, я стан. Или стан, играйте по ней, блядь. Лужа исчезла, заебись. Ну, будет еще дома. У нас мало урона, пиздец. Осквернение, осквернение. Осквернение, вышли с центра. Сейчас валька будет. За спину все встали, за спину. По вальке стан.
Сейчас будет осквернение на хай. На мне осквернение. Все, обратно в центр. Песа, давай гимн. Песа, гимн. Чего у нас? Намажу, намажу. 14 секунд, валька. Сейчас все ставим, сейчас 14. Сейчас сначала валька, потом осквернение и пойдем на хай. За спину стали все боссы. Валька. По вальке станы выносим осквернение. По краям разбежали все. Под вальку. Вот, все, все, стан, 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 блин, что вальки, дайте, стан, улетел, стан, стан, вальки. Дамажьте. Хил, 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 хил. Хил, хил. На кто? Край надо переводить. Сука, упал. Я упал. Рарник. Останься с нами. Осквернение сейчас будет. Переводите 41%. 6 секунд. Все. Сейчас незыбку даю. И побежали на этот. Дал незыбку. Перебежали. Захиливайте. Ко мне не подходите. Дистанцию наберите между друг другом. Я буду забирать ее. Угу. Я лучше встань там перед этим духом, чтобы... А, ну забирай, ладно, похуй. Все, я туда это... Сферы не проебите? Сферы дамажьте обязательно. Я просто буду отворачивать от тебя, чтоб нет. Угу. О, духа, духа. На мне сало, 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 сало. Все, ты забрал, да, обоих? Я пошел. Сферы, 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 сферы сейчас взорвут меня, улечу, но. Сейчас затянет в комнату. Бля, духа не добили. А ты их не добьешь, оно всегда так затягивает. Куда так. Бежим? За родом бежим, бой сказал, будет водить. Все, побежали за звездочкой. И этот звездопад хуярьте сразу, сферу убивайте. У этих духов убивайте. Бежите быстрее за звездой, чего вы там сзади телепаете? Не тормозите, прям в звезде должны все двигаться, нахуй. Догоните звезду и двигайтесь прям за ней. Уёбки, у вас что, замедление или что, нахуй? Я сейф отдал уже, все пиздец. Мозга замедление, блядь. Духов, вот там... бейте еще. И бег... Ударил, бежим, ударил, бежим. Сейчас разбежаться надо будет. Сейчас сразу разбежались, будет осквернение. На мне осквернение, из-под меня выбежали. Все, и давайте это, духов убиваем. На мне жнец. Дамажим духов. Пишет, Гера есть. Геру дадим потом, после следующей комнаты. Сейчас духов добить надо. Сейчас осквернение будет, разбежались. У тебя не зыбка есть здесь еще? Да, есть. Сейчас он должен призывать все. Переводи, духов наверное. Духов призовем, да, давай, все, переводи. Я побежал. Ага, на ту сторону. Звездой бежим, нахуй. Вы что там под духов? Не словите духов только. За босса идите, за босса. Все, забежали, за босса встали, ага. А, ага, не, за... не. Мы, короче, выходим, будет осквернение, я пойду духов ловить. Да, и Гера надо будет там дать сразу, когда выйдем. Соберите, все, быстрее, за звездой быстрее. Собрались, побежали за побежали, звездой. Побежали, побежали, незыбку дай. Дал незыбку. Звезда, видите, звезда, впереди нее не бежит. Ровно в ней. Ребята, так сильно отстаете. Бомж ебучий, к нам перебеги. Все, пиздец. Ладно, хер с ним. Да не хер с ним, это вайб, блять. Поздравляю. Не, подожди, сейчас берса спадет. Я тебе дам этот каплю. Зубы дал тебе. Не, спала с берса нормально. Бля.
Отойдите от духов за спину. Сейчас за спину лича, старый, за спину. Не летит. Когда Гера? Давай, Гера. Духи летят. Я ловлю. Ага, ловлю, блядь. Рарник проебал одного, мне нечем было засейвиться. Сука, вы пиздец, из гуси, нахуй. Лок некромантика уснул, нахуй. В комнате, блядь. Или вылетел, или чё, хуй знает. Попробуйте, не сдавайтесь, попробуйте, может, убить. Хули там пробовать, я не знаю, блядь. Ну, тогда в лужу заходите, да и все. Бэр еще минута, нахуй. Да-да, пиздец. Всегда хотел, да, так сделать, да, вообще? Никто, блядь, лич не дает, нах. Мы с Брожином добьем, нах. Брожин, бей духов, чё за хуйня? Духи летят, ебать. Не дамаг, да. Ну, хоть вон, смотрите, как бомбы падают. А, она прям на бомбу забежал, Зубр. Я, знаешь, что думаю, может быть, хотя хуёвая идея. Да, блядь, милик какой-то нужен, который, блядь, будет, это... Или я не знаю, или давай, знаешь, что нахуй, нихуя себе идея. На кого там, на Эйю бежит? Может быть, ему в мелизоне бегать? Он его убить может, тогда там огрожен. Да, в смысле, он его не убьет, вы огрожены, берете на них. Хокмастер, либо ты их задотают. Тем более, они будут вблизи с вами, вы можете их таунтить, если что. А, ну, с кого там больше всего мобов идет дамаг? Вурдалаков. У Эйи? У нас это, сейчас, ноль попыток, если что. Сейчас он не появится, наверное. Да, наверное. Лишь такой, приходите в следующий раз. Но если вы КД сохраните, 50 попыток у вас снова будет на следующем КД. Тирион такой стоит, блядь, думает, ебаный в рот, лич не пришел нахуй, на рейд, блядь. Я где-то читал на этом, на Вовлоле, нахуй, прикол, блядь, где типа лич такой с красными глазами сидит, у него интервью берут, блядь, рейды приходят, там, сука, короче, типа травят. Не, все, лич кончился, блядь. Вы исчерпали лимит на этом КД лича, блядь. Нет лича, нет и лича, блядь. Я понял, блядь. Мне дух въебал, я поймал... Но они разрозненно летели. Вы могли стоять за спиной у босса все вместе? Так я поймал этого духа. Я поймал, а мне залетело. Я понял, что ты поймал. Я пока он других троих ловил, тот долетел до тебя. Да, сбоку он полетел. Ты тех словил. Он... Они как бы не вместе летели, а разрозненно вот так. Давайте поднимаемся наверх, нахуй, скринимся, ебать, типа убили, блядь. Давай. Все, короче, да? Ну все, ноль попыток, хули. Бомжи, блядь. Удачи. Ой, блядь. Ура, первый раз довели до нуля. Достижение гильдии, так и можешь это в топик закинуть. Ладно, давайте пока. Да, тебе доброй ночи. Я ебал ДЦшник. Да. Надо того типа пэсовского знакомого одевать, блядь, который ДЦшник, чтобы он потел, блядь. Я ебал ДЦшить эту хуйню. Я бы ДЦшил себе. Играет нормально по онлайну. Ну, а то будет. А то мы о них ДЦ одеваем.